Gold Dubai? Frame. Ah, frame, okay. I saw this frame. I can go on the top. Yeah, this one you can go. And there is like a bridge, glasses bridge. You just walk and see. Yeah. You see in the YouTube. And these shale guides are around. There have a lot of hotel and residence buildings. Фрейм с той стороны находится старый город, с этой стороны новый город находится из этой фрейм. Как под фотографию. Фрейм это, ну как бы, фрейм, как бы сказать, фрейм. Это, ну, для фотографии. Короче, фрейм. High speed allowed here? 120, yeah, above this road. 120 километров здесь можно ехать. Стекло абсолютно чистое, через камеру я вижу грязное стекло. Вау, какая красота. This one, Museum of the Future. Yeah, okay, yeah. Это музей будущего, как бы. Future Museum. Yes, Future. Ой, какая красота. And the tallest building, Burj Khalifa, that one, which one, like, light flashing there in the top. Вот это вот музей будущего. Обязательно нужно посетить, хотя обыкновенный музей не люблю, но этот надо посетить. Потому что это нечто совершенно невероятное. Обалденный город. Просто невероятный. Where is highest building? You will see now from there. When you will cross these buildings, then it's about 380 meters. 900 foot, I think, like this. 940 meters. No, 900 plus meter, I think. Around kilometer. Yeah, around kilometer. 900 meter. This one you will see. Now. Почти километр. Вот она. Почти километр поднимается вверх. Туда тоже нужно обязательно забраться. Вау, какая красота. 165 этажей там. This one address Skyview Tower. О май гад, как красиво. It's beautiful. Это вообще нечто невероятное. Вау. This tower have glass floor. И там тоже есть стеклянные полы. И... You can see downstairs. Yeah, but I don't know if I could do this. I think I'll be afraid. I'll be scared. So expensive to rent apartment? Yeah, depend on the areas. What is cheapest one? I mean, not in the central of city. Not too expensive. For example, 1,000. I mean, I'm talking about dollars. I don't know. Yeah, you can rent per month like around 1,000. Okay. 1,000 to 1,500 like this. Он говорит, можно арендовать машину за 1000, можно арендовать квартиру за 1000 долларов, ну, может быть, чуть-чуть выше. Ну, то есть за облачных цен, да, в центре, понятное дело, дорого, но можно найти мне такого, не в центре города. Я, может, когда-то приеду сюда на месяц. Арендую себе квартирку. И погуляю по этому обалденному городу. Обойду его вдоль и поперек.
осталось ехать 7 минут. Я заказала себе гостиницу недалеко от порта. Завтра высплюсь и пойду в порт. Или поеду. Посмотрим. Ну там, видимо, набережная есть красивая, так что прогуляюсь по набережной. Existed. I know just 5-star hotel. No, that one 7-star. 7 отель 7 звезд. Я говорю, я впервые слышу, что есть отели 7 звезд. That one is, uh-huh. Вон он фиолетовый, вон он, да? 7 звезд отель. Где он? Где он? Где он? Вон он, его едва видно. Туда надо просто сходить и посмотреть, что там внутри. Вон он, фиолетовый. I can imagine price. It could be maybe $20,000 for one night. $10,000. Около $10,000 в день этот отель. Showroom. Машины showroom. Ferrari. Да, тут на одном квадратном километре можно увидеть столько машин шикардосных, сколько в целом городе. Европейском не увидите. Или даже в стране. Who is this man? Who is this man? This one, Sheikh Khalifa, Abu Dhabi Sheikh. Abu Dhabi Sheikh. But we are still in Dubai. Yeah, we're still in Dubai. Это мозг. Мозг. Кто-то называет мозг, кто-то называет мозг. Do you pay for car insurance monthly in dollars if you can we are paying for one year like we are paying around $1,500 $1,500 yeah. Okay it's little bit more than $1,000 yeah 1,500 yeah it's mean $100 monthly payment yes oh it's not bad. На машину страховка $1,500 в год. Чуть больше $100. Нормально, как у нас. The same in the USA. It's Mall of Emirates? Yes. It's a big mall? Yeah. And second, like Dubai Mall is like it's first big mall in Dubai. Uh-huh. And second is Mall. Короче, у меня гостиница прямо возле мола Дубай. Завтра пойду шопиться. Dubai Mall one is Mall of the Emirates.
Флора. А, вот мой отель, Флора. Вот он, мой отельчик. Вот он, мой отельчик. Попрошу самый высокий этаж. This is a mall? Yes, this is a big mall. Oh, это большой мол. Окей. Massage and spa. И вот он мой отель. За отель я заплатила 100 с чем-то долларов. 120, по-моему. Я только что села в аэропорту и нашла его. American Hospital.